Дзюмэнькоу или Девять врат – уникальный участок Великой Китайской стены. 9 мощных арок поднимают его над рекой Цзюцзян. В 2002 году Дзюмэнькоу внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО, после чего древний арочный мост стал особенно популярным у туристов. К концу прошлого месяца число посетителей составило 280 тысяч, а доход от продажи билетов достиг 6 миллионов юаней. В этом месяце мы запустили ночной тур со световым шоу. Каждый вечер в нем участвуют более 500 гостей. Жителям ближайшего поселка рост турпотока помогает увеличивать продажи местной продукции. За последние 10 лет многие из тех, кто учился или работал вдали от дома, вернулись сюда, чтобы заняться бизнесом в родном селе. Я выращиваю желтые персики почти 8 лет. Недавно открыл интернет-магазин, чтобы продавать их по всей стране. Мой доход вырос примерно до 100 тысяч юаней в год. С такими доходами уже сами сельчане начинают путешествовать. По итогам первого полугодия сельские жители в Китае совершили 530 миллионов турпоездок, что на 45% больше, чем годом ранее. Так сельский туризм начинает работать в двух направлениях, стимулируя внутреннее потребление в стране.